Мераба всем, дорогие зрители! Приехал я в центр города Алании. Тут продается в новостройке 1+1 у речки. Это горная река там. Летом здесь бывает прохладнее. Здесь парк. Я все вам покажу, но заранее покажу еще фишку. У кого есть дети, тут рядом у нас парк, где батуты и баллоны. Но так как дождик, они спустили. Где-то здесь 150-200 метров в длину этот парк. Кто хочет прийти отдохнуть, месяц назад открыли это. Алания, Беледиаси, баллон парка напишите. Появится. Значит, на данный момент здесь написано, что из-за дождя сеанс время у нас 9:30 до 17:15. 40 детей. Угу, хорошо. Увидели. Теперь пойдемте к этой новостройке. Я постараюсь пройтись до главной дороги. От этой новостройки до моря, до центра города, да, вот самого, где-то 7-10 минут максимум, 10 минут ходьбы до воды. До Клеопатры пляжа 17-20 минут ходьбы. Супер локация, вот это я вам сразу скажу. Видите, какой хороший парк. Где у нас? Здесь именно лавровые листья деревья. Вот они. Вот. Видите, здесь как-то полезно для здоровья. Там мне объяснили, что... Так. Да, вот такой приятный запах. Вот, вот именно вот лавровые кусты. Можно борщ сорвать и сварить себе борщ. Вот. Это, кажется, единственное место, где вот столько лавровых деревьев. Но там как куст вырезано. И вот так парк продолжается. Вот это новостройка. Хозяин сделал скидку. Недавно было... Я снял ролик. Там была цена 143. Сейчас здесь 1+1. Продается за 138 500 евро. Он думал, цены другие. Здесь детская игровая площадка, качели. Вот в этой стороне также парк. Вот. Все хорошо. Идемте теперь к новостройке. Квартира продается на среднем этаже. 1+1. Тут будет открыта парковка. Месяц осталось, чтобы все доделать. Вот открытую парковку сделать. Также может машина остановить здесь. Можете остановить спереди блока. Состоит из двух блоков. Есть два входа. Можно также отсюда спуститься. Генератор, фитнес, сауна и открытый бассейн. Сейчас покажу бассейн. Вот бассейн. От качественного застройщика. Здесь где-то будет фитнес, игровая площадка, комната. Вот. Дверь закрыта. Тут фитнес-зал будет. Сауна, двери закрыты. Срочная продажа тоже. Хорошая цена, локация хорошая, новостройка.
Так что звоните по номеру +90 555 064 91 10. Сейчас я поднимусь наверх. Там пандус. Вот там другой вход. Главный вход оттуда. Лифт вместим 6-8 человек. Тут лесенки. Итак, входим в квартиру. У нас спальня. 10 квадратных метров. Высота потолка 290 сантиметров. Может быть 295. Потолки высокие. Сторона здесь восточная и южная. Санузел. Вся жилая площадь вместе с балконом здесь у нас 45-46. В роликах квадратный метр невозможно определить, так как он сужает. Так глазами если посмотреть, здесь как минимум 25-23 квадратных метра. Чтобы понимали, порой мне пишут комментарий, что там нету такой квадратуры. У меня лазерный измеритель, я с клиента прихожу, все отмеряю. Видите, это прихожая тоже. Тут, если считать... Выходим на балкон. Вот балкон большой. Вместе с балконом минимум 46 квадратов. Ну, может быть 50-51. Ну, что-то. Да, 46-45. Итак, здесь у нас школы. Начальные классы, там средняя школа. Балкон, если застеклить, будет дополнительная комната. Балкон большой. Тут тоже сторона восток. Ну, спальня ближе к юго-востоку. Вид с окна. Вид никогда не закроется. Вот то, что есть. Красивый вид. Рядом речка протекает, канал там. Просмотрим у нас, как здесь тавочка. Все нормально, все хорошо. Высота потолков хорошая. Итак, дорогие зрители, если вам понравилась квартира, пишите там комментарии. Там, если есть у вас какие-нибудь вопросы, на номер +90 555 064 91 10. Я сейчас прогуляюсь, выйду к дороге, где инфраструктура, и покажу, что это очень хорошая локация. Смотрим до конца, ставим лайки. Вот фасад здания. Айда здесь где-то будет 500-600 лир между ними. Тут все уберутся. Так, что еще хотел добавить? Я сейчас пройдусь к морю, постараюсь. Или прямо спущусь к центру города. Тут также продаются бэушные. Мебель также есть, бытовая техника. Рядом есть банкоматы, почта. Вот банкомат у нас. Все рестораны, инфраструктура, то, что важно для жизни. Все в шаговой доступности. Отсюда спускаемся вниз, там к мэрии Алани спускается эта дорога. Также, если хотите в сторону Клеопатры, вам придется вот так пойти. Это 25-метровая дорога, известная в Алани. Вот тут даже есть памятник. Караман Оулу Мехмед Бей.
фонтанчики. Тут вот новая аллея сделали. Это интересное дерево. С колючкой она. У них очень красивые цветочки. Также можете прямо к центру, где памятник Ататюрка, по этой дороге спускаться. Там ЛСВ Ихите, торговый центр, все есть. Рубин, Шок. По этой аллее напрямую по парку спускаетесь к морю. Это вторая дорога еще дополнительно. Да, красиво. Про эту аллею я не знал. Теперь узнал. Также рядом есть нотариус. И там первая береговая линия. Дорога отсюда уже увидел, как машины едут. Гюллер-Пынар район. Вот я сейчас доберусь вот до туды. Тут ролик, чтобы не был длинный, вот машины проезжают. Качели. Ага, уже я вспомнил про этот парк, это около Мигроса. Просто я не знал, она куда выходит. Вот Хаджет, Юрищёлу, да. Хаджет это район, да, я считаю. Хаджет. Вот море, вот город. Если вы поедете по той дороге, о которой я говорил, вы прямо в центр города выйдете. Аллея уходит в левую сторону. Вот этот парк. Я вышел сюда. Там панорама-отель. Пляж тоже хороший. Вот так же можно отсюда спуститься. Давайте сейчас как-то... Велодорожка новая, которая сделана. Это просто... место короткое, кто хочет к морю спуститься. Также известно ресторан тут рядом. Все, дорогие зрители, звоните, пишите, ставьте лайки. Всем пока-пока.